Сегодня мы собрались здесь, чтобы подвести итоги первого тура конкурса. Конкурса «Кураж» с душой рыбалки. Конкурс был организован двумя николаевскими изданиями. Это журнал «Кураж» и «Николаевская газета «Взгляд». Я что хотел бы поблагодарить всех пишущих авторов, которые не побоялись, что конкурс только открылся, прислали свои рассказы на суд читателей. Поблагодарить друзей рыбаков-читателей, которые оценили их скромный труд, голосуя на странице конкурса Facebook. Большая благодарность спонсорам конкурса, спонсорам и партнерам. Народному депутату Андрею Александровичу Лику. Магазин «Рыбалкин» в лице Андрея и Сергея. Анатолий Бондурко, значит, представляет в Николаеве фирму «Брань», которая выиграла призы всем участникам конкурса. Это приконка «Брайн» в разных ее модификациях. Поэтому для начала я вручу дипломы участникам конкурса. Те, которые старались, писали, но не по какой-то причине не вошли в число призеров. 2-3 место рождается Андрей Руденко. За 2 место в первом туре конкурса награждается Дмитрий Быковский. Тоже не прошел. За 1-е призовое место в первом туре конкурса «Кураж» с душой рыбалки награждается Евгений Вергулис. Не хвастаетесь сегодня.